Сейчас Наташу задержали на выходе из суда. Свободу, Наташа Тишкевич! Свободу, Наташа Тишкевич! А с чем вы связываете? Почему вдруг полиция решила вспомнить про достаточно старый пост Натальи? Ну, рапорт там был составлен, получается, сотрудниками Центра по противодействию экстремизму еще в январе месяце этого года. И я вот, исходя из этого, может какие-то строить теории и так далее, не знаю. А сам пост вообще древний, 2017 года. Это очень, уже срок давности любой прошел по данной статье. Они считают, что срок давности не прошел, потому что сотрудник полиции обнаружил его только в январе месяце, поэтому посчитал возможным привлечь его по этому факту. Я знаю, что меня арестуют. Я хорошо подготовилась к аресту. Мне помогли подруги, тем активистки, которые поделились своим опытом в спецприемниках. Тяжелые времена помогают, и именно взаимообмен опытом, рассказ о личном переживании готовят к самому худшему. Свободу России и мир Украины. Что это? По иронии меня судят за демонстрацию украинского презумпция. И дело было, вероятно, заведено до войны. Наше дело докса также началось до войны. Но эта зачистка СМИ была подготовкой. Желаю вам готовиться к худшему и быть вместе. Люблю вас всех, Саша.